поселке Афипском открыли мемориальную доску погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине Николаю Владимировичу Барток. Установили ее на фасаде многоквартирного дома, где жил герой. На торжественно-траурной церемонии присутствовали дочь погибшего и вдова Изольда Георгиевна. Почтить память воина пришли жители поселка и представители администрации. Я хотел бы, чтобы эта доска, не просто мы ее туда повесили и забыли, а для того, чтобы мы с вами долгие годы помнили Николая Владимировича Бортко, обыкновенного человека, который 22 сентября взял рюкзак и ушел на войну. В день гибели 2 февраля 2023 года в Донецке он спас троих своих сослуживцев. Афипчанин удостоен ордена мужества посмертно.